Вот тут как написано, мои картины не сны усыпляющие, а сны пробуждающие, что вот может быть они и некрасивы, но они любят друг друга и надо это. Но вот это как эта волшебная картина, камень парит в воздухе, а на нем замок стоит. Как в аватаре, что ли? И интересно, как это так получается? Ну это же иллюзия получается. Зрительная. Картина? Угу. Пронзённое время, что как бы время вот там взяло и остановилось. Ну вот это как бы время, это поезд. То есть оно может и стоять, как часы стоят, и ехать с нереально, ну, большой скоростью. А мне вот кажется, что вот поезд, он вот так вот разделяет время на прошлое и будущее, а вот поезд да. Это настоящее. Поезд это настоящее, а то, что перед ним будущее, то, что за ним прошлое. А мне вот кажется, что скрипка это человек, он то высокий, добрый, то низкий. И вот тут этот галстучек, бабочка. Да, бабочка. Или он плачет, что типа, эх, не своровал. А вот это вот картина, это человек, а это его душа. Может быть, человек не такой темный и носит одежду, но в душе у него все спокойно, да, все светло. Что у каждого человека есть что-то ценное. И казалось бы, что просто спичка или расческа, но для него это сокровище.